15 по 17 сентября в Омске прошел чемпионат России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На церемонии открытия участников состязания поприветствовал заместитель министра спорта региона Ольга Степанова. Сегодня будут определены лучшие из лучших, потому что здесь присутствуют сильнейшие спортсмены страны из 8 регионов. Я вам желаю всего самого хорошего, и чтобы сегодня вы продемонстрировали предел своих возможностей. Спортсмены выложились по максимуму и показали высокие результаты. Самый титулованный велогонщик соревнований, двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Михаил Асташов, представляющий Свердловскую область и Республику Бурятия, выиграл 3 золотые медали в гонках на 1000, 3000 метров и скретчи. По времени он практически повторил свои достижения на играх в Японии. В Омске я первый раз официально соревнуюсь. Я тут уже не первый раз, но только на тренировках был. А именно на соревнованиях первый раз. В принципе, показал, вот сейчас проехал километр, очень неплохой результат. Поэтому считаю, что трек замечательный. Все нравится, в принципе, организация хорошая. Все замечательно. В состязаниях женщин отличились столичные спортсменки. Ирина Гражданова и Елена Галкина завоевали по 2 золотые медали. Мы прошли сборы, хорошая подготовка, улучшила время на 2 секунды, поэтому очень довольна на спринте, это отлично. Но еще очень много куда есть расти, вот, поэтому работаем дальше. Омский велогонщик Иван Ермаков завоевал бронзовую медаль в гонке на 1000 метров. Двукратный серебряный призер чемпионата мира на равных соперничал с Алексеем Обыденовым, представлявшим Тюменскую и Тульскую области, и Арсланом Гельмутдиновым из Удмуртии. Следующие важные старты пройдут на нашем треке с 26 по 30 сентября. В их числе международные соревнования Гран-при оф Омск.